музыка, теплый свет, вот так по-семейному начинается первый международный театральный фестиваль спектаклей для всей семьи вместе. Считанные минуты остаются до официального открытия. Артисты займут свои места за кулисами, зрители заполнят зал. Спектакль-мультфильм. Древнегреческая трагедия, поморская сказка, произведение братьев Гримм и Андерсена. Фестиваль поистине многогранен, а его репертуар позволяет каждому выбрать постановку по душе. Здесь и лауреаты «Золотой маски», и лауреаты премии «Арлекин», лучшие спектакли России. И вот эти театральные коллективы привезли ульяновскому зрителю самое лучшее театральное искусство. И мы хотим вместе подарить нашим зрителям театральный праздник. В день открытия фойе небольшого театра превратилось в настоящий театральный карнавал. Яркие персонажи прогуливаются между участниками фестиваля и зрителями, подчеркивая главную мысль – все вместе мы, как одна большая семья. Звучит первый звонок, и зрители занимают свои места в зале. Самое сложное – это момент ожидания. Занавес еще опущен, поэтому зрители не догадываются, какие сюрпризы преподнесет им первый международный театральный фестиваль спектаклей для семейного просмотра «Вместе». А с другой стороны, артисты, томящиеся за кулисами, не догадываются, как их спектакли будет принимать ульяновский зритель. Честь открыть первый фестиваль спектаклей для всей семьи выпала севастопольскому ТЮЗу, который вот уже более 3 десятилетий является единственным на Крымском полуострове профессиональным драматическим театром для детей и юношества. В Ульяновск крымчане привезли спектакль «Ася», который был поставлен в прошлом году к 200-летию Ивана Тургенева. Мы видим эффект, который производит на зрителя это произведение. Там есть, конечно, любовная линия, все ее знают, это прекрасно. Это тургеневская девушка Ася, которая такая вот воодушевленная, воздушная, нежная, светлая. И дело в том, что вот спектакль рекомендован 12+, и он как раз в этом юном возрасте затрагивает те светлые чувства, которые начинают зарождаться в молодых людях. На идею проведения фестиваля спектаклей для всей семьи служители Мельпомены откликнулись активно. Ульяновский зритель за 5 дней увидит 9 спектаклей. Первое волнение организаторов уже улеглось. Фестиваль стартовал успешно. Дышим спокойно. Конечно, присутствует определенное волнение, есть такое определенное возбуждение, но это в любой праздник. Вы же знаете, мы принимали у себя гостей, и праздники готовили, и всегда салаты мы дорезаем, и уже вот-вот гости звонят, хоть бы они там еще в подъезде сейчас задержали. Нет, у нас вот все прям мы успели, все точно к сроку, все идет нормально в штатном режиме.